Ребят, всем привет! Решили сегодня прогуляться, идем на поиски фонарика. Надеюсь, найдем. Идти, наверное, 2 км, да, нам? Да. Сегодня первый день, вот мы как месяц, такая пасмурная погода, солнца нет. Как раз, в общем, комфортно идти, но все равно душновато. Вот он шарик какой-то. Ну, а фрукты висит. Мы думали фрукты, а это Артем говорит осиное гнездо, я не знаю. Или нет, или папайя какая интересная, круглая, как арбузы. Здесь бананы закрыли, чтобы никто, наверное, не сорвал и не склевал, да? А вот это, ага, да, да, да. Что ж? Тайская роза. О, да. Тайская роза. Как ты его еще заметил? Свина в грязи. Хорошая погодка. Как у нас летом, да, без солнца. Смотрите, какой фрукт интересный нашли. Я не знаю, что это. Похоже, тот, который продают, который на картошку. Здесь вот покрупнее есть. Вот сколько все, все листья в пыли. Вон их как много. Это бы она съедобная была, его пока. Вот такая вот школа в Индии. Я вам снимала, правда, ночь была. Ну да, стадион, кажется, красный за земли. Ага, не знаю. Какая территория. Пацаны, да? Разве? На дорогах, как обычно, полный трэш. А вот еще дерево баньян. Наверное, вот дерево баньян, нет? Мы все время туда вниз ходили, в сторону моста. Теперь пошли туда вправо, а это влево. Не были еще в этой стороне. Еще движение. Ой, коровы такие рога. Голова, точнее, даже странная. У него много голосовок. Лучший сок. Да, мы пробовали. Не знаю. Так, вот блендер. Нам завтра такое придет с Амазон. Мы заказали за 1150. Здесь он говорит 4000 стоит. Вот это, ты думаешь, кокос резать штучку? Да не знаю, может быть. А вот и индукционная плита. Вчера тоже смотрели на Амазон. Так, пошли, куда нам показал? Боются. Вот. Сколько мы прошли? 2600 шагов. Километра полтора, наверное. Сейчас посмотрим, сколько они еще стоят. Вот таких вот медузок хотели. Так красиво ночью смотрится. На балконе. Так мы еще не зашли. А вон та зелененькая. А вон там наверху сколько их. Ой-ой-ой, смотри, сколько их наверху. Развиваться нужно. Hello. А тут сколько медуз. Большие и маленькие есть. Маленькие, большие. Разрисованных нет, да? Местное СТО, да? Машины. Ремонтируют. Видели, как байки, но машины нет. Я не знаю, что ты взял, что это? А, наверное, школа, да. Так
такое здание большое, заброшенное какое-то, печальное. В общем, это уже дорога идет до Керима, я так понимаю. Идем в центр, сейчас на почту сходим. Тут узнаем цены. Ты кому гавкаешь? Магазинчик, смотрите, сейчас я вам тут просто криво снимаю. Такой вентилятор 850 всего стоит. Кто-то в группах продает бэушный за 2. В общем, чего здесь только нет. Всякая разная посуда. А сколько же дощечки, да? Ого, они какие-то огромные. На миксере что-то какое. Нету. И индукционные плиты. Да, дороже. А ну посмотри. Вот такую штучку хотела тоже на Амазоне заказать. Да, я покажу. Это больше. Ой-ой. А это 699. А ну открой. А, она еще и перемешивает что-то там. Измельчитель. Нет, тут ножей больше. Тут тоже 3 ножа или 6. 2? 499, говорит, за 400 отдадим. А ну да, я посмотрю. Так лучше ему вот эту купить. Достать ее. Сейчас узнаем, поскольку здесь цветы живые. Первый раз увидела. Пахнет, не пахнет. А how much this розы? 20 рупий. 20 рупий? 1. 1? 1. А. В общем, одна розочка 20 рупий стоит. А вот такие хризантемы у нас. 40 рупий. Угу. Понюхай, one. Вообще пахнет сильно. This one. А розы понюхай. Пахнет. Розы не пахнут, как привезенные. Да, как и у нас. Как эти ноги, как это называется? Такая вот. Сточная лавочка. Интересно. Все, сэнки вернули. В общем, бананы здесь по 40. Взяли. Такую большую за 70. А как она от халмач? 50 рублей. А ну вот, а кокос тут дороже. Маленький 40. А, маленький 40. Ага. А ну почем? Сколько она? Пузырик какой. А это чуть-чуть, да, маленький? Что здесь? А вон она, фейерверка, да? Фейерверки? О, пошли спросим. Ты все время говорил, где они их берут? Тут ни дня без салюта. Салют, смотрите. О, там у Блендер стоит. В общем, нам завтра придет, а тут все... Это что, вот это 15 залпов, да, или что? Да, наверное, да? 120. Это... Тут 60. Сейчас цену узнаем. Тут с косметикой нашла магазинчик. Помидоры, лук. Так, решили заказать вот здесь вот, вот такое вот блюдо. А что, я с фонариком снимаю? Я не пойму. В общем, это просто такое тесто густое, как на оладьи. Похоже, сверху они посыпают луком и помидорами. Вот. Посветлее, у тебя зажарено, как ты любишь. И соус, кокосовое молоко, чеснок и, ну, что-то острое, перец какой-то. Ну, что похоже? Было бы очень похоже, если бы здесь на пиццу, если бы здесь была колбаска, ладно, курица и сыр. Даже сыра было бы достаточно. С сыром бы было очень вкусно. О, нет! Ёшки-кошки. Коровяки с рогами огромными. Что там? Первый. Там машина едет.
за вода. Так, вот мы дошли до креветок. Вот сам рынок перед мостом находится в Сарамболе. Так и сидят, да. Ну, гоняют перед бабки. В общем, мы вот здесь вот брали, у них здесь все сразу, морозилки во льду. И они взвешивают у тебя сразу на глазах, скажем, вы все видите. А там неизвестно, сколько у них. Надо спрашивать, свежие, свежие. Так, крабики, они живые. Ага. Смотри, какие кальмары. Смотри, какой огромный, маленький. Это как их чистить? А вот еще кальмар. А вот эти вот, да, креветки, Павел? Кальмар. А how much кальмар? Кальмар 450. Сколько? 450. А, 450? Вот так вот. А сколько шакула стоит? Вот. Акула? О май гад, да, это акула. А how much? How much? 400 кг. Наверное. Так, такие крабы. А how much? One crab. 400. 400 кг. И смотрите, какие гигантские. Они просто, если они меня схватят, то я все, хана. Они больше моей руки. Мы брали вот таких вот за 400, эти 500, эти 650. Так, здесь килограмм 700. Смотрите, какая чашка. Огромная. Норм. Смотрите, какой огромный баньян. Какое огромное дерево. Сейчас уже время сколько? 6 часов, темно. Пойдем, подойдем. Прям здесь, это может какое-то самое большое дерево, я не знаю. Хотя я читала, в парке где-то в Индии находится самый большой баньян в мире. Цветочек нашли, не сорвали, земли подняла. Он так пахнет, помню, со времен Таиланда. Даже заколка у меня такая была. Так, тут такой узкий проход. Улочка узкая, какая-то новая. Решили сократить путь. И смотрите, одни кактусы. Такие, будто они плетутся. Кактусы. Грязно, конечно. Так, что мы купили? 2 килограмма вот таких вот креветок по 650 за килограмм. Это самые большие креветки, которые там есть. Они реально огромные, но это непонятно. И это не самые крупные особи, что я достаю. Вот это вот большая, там, хорошенькая. Когда попросили подкинуть. Дальше бананы я вам показывала. Нашли за 40 рублей за килограмм. Рупи, точнее. Вот этот вот весь пакет на 70 рублей, не знаю, рублей там 50, может, 50 чем-то. Еще взяли вот такую вот штуку, несмотря на то, что нам завтра с Амазон уже придет блендер большой. Ну, я такую давно хотела еще, там дома у себя, и здесь на Амазон смотрела. Лук измельчить, чеснок, можно даже смузи сделать, хоть она небольшая, были литровые. В общем, она стоит 499, продали за 400. Так, еще вот такую вот переводнушку взяла на руку, посмотрим, как будет. 20 рублей она стоила. Будем впервые пробовать вот такой вот фрукт. Он уже поспел, потемнел, мягкий стал. Он был зеленого цвета. Называется сметанное дерево, да? Или сметанный фрукт, сметанный плод. Ну, в общем, у него много названий. Я подпишу название вам. Давай разрезать. Режь, да, напополам. Кожура твердо. Какого авокадо, да, наверное? Чего? Какого авокадо?
испортился. Что мы его купили зимой. Что-то печально. Блин. Ой, ё-моё. Надо было его раньше начинать есть. Ничем пахнет. Испорченным. Да. Все нам его выкинуло только. Ну все. Все такое испорчено. Пили зеленое, ждали, когда созреет. В итоге оно перезрело. Вчера его есть. Так, сейчас будем пробовать эту штучку. Купили чеснок. Сейчас. Как тут совпало все. А, все. Так, скрутанем, что будет. Видно, как я дергаю? Не, можно чего? Еще, да, чуть-чуть. Не, ну мелкий он просто быстро сгорит. Ну давай еще чуть-чуть крутанем. Да, ну закрывай. Так вот он закрывается. Все. Так, вот такой вот меленький получился. В самый раз. Думаю, хватит на это количество креветок. Так, отправляем чеснок, надо быстро. Вот запах пошел. Можно еще масло подлить. У нас много креветок. Сковородка, конечно, должна быть плоская, и чтобы в один слой были все креветки. Ну вот, итог. Не знаю, сколько прошло. Минут 5, да, наверное, не прошло. В общем, добавила я потом чуть-чуть сливочного масла, выдавила сок одного лайма. Перец добавила, правда, у нас черный, можно было бы, чтобы острый. И в конце укроп. И постоянно помешивала там двумя ложками.